Минск в 12-й раз примет участие в масштабной международной акции «Час земли». 28 марта вечером с 8:30 до 9:30 погаснут огни на многих знаковых объектах – Национальной библиотеке, в воротах Минска и крупных торговых центрах. Данная акция – символ бережного отношения к природе. Сэкономлена электроэнергия, согласно данной акции, будет где-то порядка 3100 киловатт. Хотел бы посоветовать минчанам, кто еще пользуется лампами накаливания, перевести свои электроустановки или светильники, которые находятся в домашних условиях, на энергосберегающие, светодиодные. Присоединиться и помочь планете хотя бы на один час может каждый желающий, ведь это так просто – выключить свет.